Я скажу про то, как упрощать жизнь тем, кто хочет на своем сервере добавлять правильно то есть карту. Это то, чем я занимался в последние спринты. Это формат карты, называется Bootex. Что нужно сделать, чтобы сейчас понять рисование карты на своем сервере? Нужно поставить 7 программ, 6 программ по базе данных, скачать огромное количество данных, десятки гигабайт, и оставить через десятки гигабайт место под рисунный тайм. Далеко не каждый это может сделать, особенно на хостинге, но не свой. Там просто не будет столько места, столько возможности оценить программу, учитывая, что это есть, потому что компилируется исходников. Какое этому самое? Это очень сложно. Какое решение предлагают сейчас некоторые компании и части ESM? Просто вырезать из полной планеты некоторые области. Это серьезно уменьшает объем необходимого места, но не решает тех самых проблем, прежде всего самых программ. Что такое бутакс? Это очень просто. Мы рисуем тайл заранее в локальной машине, где проблем с ресурсами обычно нет. Распаковываем один файл и отправляем его на сервер. Один файл выглядит просто. Это база данных, в которой есть две таблицы. Это данные с информацией о карте и тайл, куда просто выписываются данные с этим файлом. Что нужно, чтобы поднять это на своем сервере? Очень просто. Apache. Простой скрипт на любом из языков. Сейчас есть на этих трех. В перспективе можно найти на любом, потому что формат простой. Файл Bootex и сервер Bootex. Касательно остальных требований. Во-первых, если мы храним данную базу данных, возникает вопрос, а сколько лишних байтов остается в этой базе данных, говорим о своих картинках. Я посчитал, что примерно 200 байт на картинку. В видео у нас написано, что среднее размер 633, то есть получаем 24% лишних данных. Но поскольку у нас база данных, то можно оптимизировать разными способами. Например, сжав по типу ZIP. То есть одинаковый тайл против только одного типа. И средний размер тайла вырастает, и процент лишних данных становится куда меньше. И сопоставим с размером блока макровой системы. Итак, я хочу понять, что все графики окажутся в Ленинградской области и все городовые. Полностью все таймы будут занимать такие габариты места. Поэтому план такой. На низких масштабах записывается весь мир, да и на средних масштабах до 13-го записывается сама область и города, то есть те места, где пользователь может понадобиться сильно увеличить зум, чтобы, например, увидеть где будет магазин или адресную информацию. Тогда записывается с максимально возможным блоком. Что тогда получается по местам? Вот примерно такие цифры, то есть вся эта система для Ленинградской области занимает 300 мегабайт. Это для Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург отдельно с большим зумом занимает 180. Ну, то есть 450 мегабайт можно ложиться. Что с области того меньше. Что касается обновлений, они, конечно, занимают больше секторных данных, но тоже вполне небольшую часть. И где это может использоваться, применение на самом деле у нас. Во-первых, сайт мониторинга транспорта. Они часто требуют только один город. И не обязательно используют данные все, они могут поднять на своем сервере этот самый один город, даже не особо его обновлять, там может раз в пару месяцев, и не будет вполне самодостаточно. Можно загружать на телефон и брать с собой дорогу, как навигационную карту. Конечно, там не будет роутинга, но посмотреть картинки, например, вполне возможно. Ну и остальное важное, это вот взять хостинг мастер-хоста и сделать так, чтобы он подавал карту. Я считаю, это очень впечатляющий будет, особенно для начинающих пользователей.
Спасибо.